Саша Савельева неудачно прокатилась на снегоходе и получила серьезную травму. После такого развлечения ей понадобилась помощь медиков. Сначала Савельева пыталась сохранять бодрость духа, выкладывая ироничные видео в свой профиль. Однако, в конце концов, Савельева не выдержала и поделилась своими страхами, едва сдерживая слезы. «Не знаю, если честно, стоило это выкидывать или нет, но мне так жутко, обидно и тревожно», – рассказала Саша. Как выяснилось, у Савельевой трещина в кости. Ну что, друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне наложили лангетку. И это все-таки трещина. До последнего я надеялась, что это просто ушиб. Но, видимо, так должно было случиться, рассказала Савельева.